есть там один трактор, один сегодня, второй завтра, ну, понимаете. То есть это же частное, трудно каждому, не каждый у нас такой богатый, чтобы купить себе и трактор, и вспахивать там, не знаю, и людей нанять. Поэтому они делают вот это все совместно. Как? Кооперация, вот. Кооперация называется. Видите, как здесь, то есть происходит вот таким это образом. Сейчас мы с вами видим, смотрите, приезжает у нас вот на таких машинах Nissan Patrol. Приезжает у нас, да, и продают для населения. То есть это, понимаете, это получается дешевле намного. Например, здесь в Мордаште знает, что сюда приезжает. Здесь продажи ведется, потому что они аренду не платят. Видите, это же не магазинчики, стоит машина. Продал и уехал, и все. Да, и так каждый день. Это у нас тоже очень распространено. Потому что, чтобы...